Всем привет, с вами Никита, и мы открываем сюрпризы. Ну что в этих сюрпризах такого? Это и сюрпризы, и обзор. Ну что, поехали. Но обзор будет маленький. Вот, открываем первое яйцо. Что же там такое? Попалась. Есть такая деталька. Ножки, туловище, голова, какая-то защита и соединение. Во! Так это же космонавт! Открываем следующее яйцо. Что-то зелененькое попалось. Что-то зеленое. Извините, хотел сказать плохие слова, но не буду. Сейчас соберу. Так это же Ллойд. Открываем следующее яйцо. Сразу уже был готовый. Показываю. Штурмовик. И тут последнее яйцо огромное. Сколько тут собирать, не знаем. Но если собрать, мы попробуем. Начнем с какое попалось. Ой, извините. Сейчас соберу. О, уже похоже на человечка, да? Потом беру последние части. Похоже как-то на гонщика, мне кажется он. Но это не гонщик, точно. Это рыцарь! Осталось несколько запчастей. Точно, это рыцарь. Ух, чуть ли не потерял эту часть. Вот, это рыцарь. У него даже открывается тут. Классный, да? Я его делал в прошлом обзоре. Следующего делаю. Сейчас он будет готов, он легко делается. Ниточку. И да что это за такое? Надо же свою Лего не прицепляться. От набора. Это лучник. Такой лучник прикольный, да? И последнее. Ну, предпоследнее. Очень быстро. Мою эту сделаем заготовочку. Но последнюю мы не будем делать. Она собранная. Это гладиатор. И
И вот последнее. Конь. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ведь это же поднимает мне настроение.